Что случится со мной через 1000 лет? Или вот, например, через год или 10? Он когда-то сказал, ничего у нас нет, и не будет уже ничего, не надейся. И сложилось в груди все, что сжаться могло, и сгорело дотла, ничего не осталось. Что душою кривить, мне жилось тяжело, я пыталась дышать, но, увы, задыхалась. Но и это прошло. И с софитами свет освещает меня в незнакомые лица. Я ищу у них тепло, и я вижу ответ. И я верю, что больше беды не случится. И мне нравится это. Чуть что на вокзал и бежать от тебя, но бежать еле слышно. А потом он расскажет, что он меня знал. И любил больше жизни. Да как-то не вышло.